компанию пересылать с почты всегда. Ну и у нас просто с Россией, с Украиной, там у них договоренность между Укрпочта и Почтой России. Только одна компания. Ага, ну, ну понятно. Хорошо, добро. Хорошо, я постараюсь сегодня, не знаю, завтра перечислить деньги. То есть 23 100, да, где-то так, то есть. Все, хорошо, спасибо. Счастливо.